Уважаемые друзья, тревожные новости. В Москве задержан журналист портала «Медуза» Иван Голунов. Это один из лучших журналистов-расследователей в нашей стране. Профессия журналиста-расследователя связана с риском для жизни и с риском для свободы. Ему подкинули наркотики и сейчас пытаются обвинить в их сбытии. Иван Голунов расследовал действия мафии, московской мафии, одной из самых опасных и жестоких мафий в нашей стране. Я верю в его полную невиновность. Я уверен, что попытка возбуждения против него уголовного дела – это политический и криминальный заказ. Моя с ним солидарность и поддержка, как и тысяч, десятков тысяч других людей, в том числе журналистов в нашей стране и во всем мире. Это слово придает всем нам силы и уверенности в том, что мы сможем защитить Ивана Голунова и вернуть его на свободу. Иван Голунов должен быть немедленно освобожден.